Утро доброе, други мои. Продолжаем катать American Truck Simulator. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Так, что же у нас происходит? И где я нахожусь? Так, предыдущая доставочка была очень какая-то такая, в принципе, сама по себе ничего. Дорога норм, но все подпортила вот эта зараза. Штейнбридж. Херня какая-то. Заехал на этот бизнес, а трак вообще не едет, буксует. Как это может быть? Вот посмотри предыдущую серию. Вот так вот и может быть. С телегой вообще не смог заехать, блин. Так разгрузился. Да даже бобтейлом, блин, я не мог выехать. Вообще капец полный какой-то. Это жесть. Я ни разу такого не встречал. Ладно, насрать. Так, что мы сейчас делаем? Не поеду я в Америку. Поменяюсь траком. Так, в Портленде. Вот я купил трачочек. Деваха тут на нем катается. Что там Аляха зарабатывает? Так, давай-ка мы за руль. Так, а у нас что, кажется, вот... Блин. А если я поменяюсь, у меня... Я надеюсь, Вольво не окажется. Так, вы видно, что хотите отправить Вольво в гараж в Портленд и сесть за руль. Петербилт 579. Стендап слипер. Зачем мне в Портленде, сука, Вольво? Вот нахера? Машина должна оставаться в своем гараже. Вот что за дебилизм? Сука, что за дурдом, блять, а? А сейчас, а Петруха тут окажется. И нахер он мне тут нужен? И, типа... Так, ладно. Так. Фу-фу-фу. Как же нам... Так, ладно, давай переведемся на свободное место. Так, все, перевелся. Так, теперь... Так, в Портленд деваху садим. Как-то, блядь, все так усложняется, а? Так, деваху садим на свой Вольво. Так, отлично. Так, а я... Ах, что ты, Вася, делаешь? Слушай, так. Так, я где? В Альбукерке я. Вот на пустом месте. Так, и переводимся в Портленд. Так, на этот зеленый Петруччо. Нам еще один Петруху надо купить будет. Но это надо покупать новый гараж. Кстати, надо сейчас... А, нет, сейчас мы... Сейчас у нас что будет? Так, так, Альбукерка, Портленд. В Портленде у нас полностью 5 петрух. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 4 в Сан-Диего у нас с Кенворта. Так, 4 кеши. Ну, так и получится. Следующий снова 900 в Сан-Диего будет у нас. Но тут маленечко нестыковочка. У меня получается как? В Портленде уже 5. А в Сан-Диего только 3 Кенверта. Этот надо убирать в новый гараж и 2 кеши покупать. Вот значит это потом этим займемся в следующий, после этого рейса. Ну как денежка будет, денежка. Но надо будет покупать... Около Сан-Диего гаражик для этого кеша. Ладно, посмотрим. Так, и потом в Альбукерке купить... В Альбукерке купить надо будет вольвашку. И тогда будет у нас в 3 гаражах по 5 машинах. Един гараж будет с одной машиной. Так, и... И что, и что, и поехали, что? Так, а чё, как такой трачок-то цвет? Ничего, так, пойдёте? Пойдёте.
Давай вырулим до просторы. Пока загружаемся, кофейку черного глотну. Ох, хороший кофеек. Зачетный. Так, шо тут? Ну такой. Да пойдет зелененький такой. Это простая комплектация. Потом другие траки-то пойдут у меня уже более такие. Более такие путевые, что ли, такие понавороченные, такие, не знаю, вообще такие. Но. Так, а еще можно прикупить такую модификацию траков с такой же с палочкой. Но низ, нижняя юбка, вот эта вся, обвес боковой, пойдет полностью до второй оси. Такой аэродинамический, но черный. А посмотрим, будет желание, сделаю. Не будет желания, не сделаю. Времечко у нас суббота. Ух ты. Вот здесь мод работает ранняя осень, а в Mario Map на югах ни хрена падла не хочет работать. Так, кстати, надо же это. Так, ближний. Аваричкас. Блин, как тебе сфоткать-то получше, а? Вот так вот, да? Пойдет? Хорошо. Пойдем посмотрим, что у нас тут есть по грузам-то, а? Что тут есть хорошего? Так, у него что, ось поднимается средняя? Так, мы в Портленде. Так. Так, есть хороший груз в Нью-Мехико. Ох, ехать-то далеко, твою мать, а. Так, Нью-Мехико. А, Невада есть. 74. Так, 13 часов рейс. Здесь 33. Так. Ну, блин, груз-то большой. 73 тысячи. Калифорния. Ну, тоже хороший груз. Так, Аризона. Аризона, Нью-Мехико. Так, это... Что за кол? Что такое там, да? Ой. Колорадо. Короче, хрень какая-то. Так. Нет, что-то не хочу как-то ехать туда. Этой степи уже тут катались уже, блин. Так, что у нее это? Калифорния, Аризона, Калифорния, опять туда. Не хочу тут ехать. Так, хо-хо-хо. Нет, что-то больно хлопот, до хера, слушай. Орегон. 33 рубля. Да нет, что-то как-то не канает совсем мне. Ничего себе. Исландия. Да? Так, и что? Нормальная вообще логистика, да? Лес. Заказчик Walmart. Ну, тут пишут Walbert, но все равно Walmart. Ребята, зачем вам нахрен лесовоз? Еще, блядь, в такую даль. А ближе заказать нельзя было, вам из Америки лес туда везти надо, да? Ну, капец, вот чудеса логистики. Так, я тут херню всякую тут не повезу. Так, везем или этот? Так, в Неваду этого красавчика повезем. Так, вес. Ни хрена.
167 с полтиной. Это что у нас получается в тоннах? Так, 50, 30, 80... Где-то 84 тонны, что ли, получается. Ух, ю. А тут всего. У кораблика-то все получается где-то 27-28 тонн. В Калифорнии. Так, ехать в пути 13 часов этот БелАЗ вести, а у этого 14,8. Зато это не такой жесткий оверсайз. Ага, я уже вез такой, вот такого красавчика вез. А заезжать в бизнес просто жесть вообще. Давай вот этого возьмем, монстрилу. Давай возьмем. Разница вообще ни о чем. То есть была бы разница существенная, хотя бы 1000 на 10. А то тут 73-74, да? Все, берем кораблик, возьмем. Лоцманское судно. Так, все, берем. Вес у него легче, чем этот, намного. А цена... Тут так, так. И расстояние. У него расстояние меньше. А нет, у этого меньше. Уп, вообще ни о чем. Так. Так, эту мы навигацию нафиг убираем. У нас есть своя. Я немного покатаю. Здесь вот по Mario Map, по ТС-очке. Да и это. Обновлюсь до 1.35 здесь. И заодно надо будет прикупить Вашингтон. Надо будет прикупить Вашингтон. Кстати, завтра 9 число, а вроде завтра скидки заканчиваются. Или на Вашингтон, по-моему, нет скидки еще. Блин, ладно, надо проверить сегодня. Если что, так, ближний свет у нас. Так, утречка. Поворачивает. И чё? Блять, стоят еще, сигналят. Веселенький такой цвет, летний такой, да? Я по реально на таком поработал бы по Америке. А что, нормальный трак. Кабинка, смотри, какая зачетная, да? И это самая дешевая комплектация. С палочкой одна. Кабинка стандартная такая вот. Как раз вот для флатбетчиков. Кто флатбеты таскает, степдеки, лоубой, вот. Вот с такой кабиной трачок. Самое оно будет.
Так, ага. А знакомый бизнес бывали, 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 помним. Да-да-да. Бывали, бывали. Так. Идем получать, оформляться. Так, вот наш груз. Тут еще один есть. Нет, денег поменьше. Тут и ехать-то в два раза меньше. Ну, вес, конечно, посерьезнее уже. Да похрену, поехали. Взялся, вот все уже. Так, ну, знакомое место. Я тут как раз отсюда Белаза нахрен вытаскивал этого. Идем забирать наш прицепчик. На этом включении сейчас вот я катаюсь по АТС. У меня здесь сейчас стоит погодный мод ранняя осень, а следующий я поставлю уже зиму. Я не знаю, может быть поставить европейскую зиму, да? Или не стоит, слушай, блин, а? Но по сути это та же самая погода, как сейчас, только больше пасмурных дней. Ну, погляди, как настроение будет. Может быть, так и сделаю, а может быть, поставлю зиму. Нифига, похолодание всемирное, потепление, похолодание. Фильм смотрели послезавтра. К чему приходит потепление, к чему приводит потепление климата? Да все очень просто. В Антарктике тают паковые льды, опресняя Гольфстрим, который, собственно, несет в северное полушарие тепло от экватора. Так. А у нас что? Ну-ка, ну-ка, назад продвинутую сцепку включить надо, я же ее вырубал давеча. Так вот, тают паковые льды в Антарктике, приводят к опреснению Гольфстрима, который несет с экватора тепло в северное полушарие, а если вода опресняется, меняется ее плотность, меняется течение, оно слабеть начинает. Гольфстрим — это очень плотное соленое течение, да? Но и все, тепло перестает поступать с экватора, с экваториальной части земного шара по Атлантике, перестает поступать и в Канаду. Но гольфстрим, получается, он делится, идет на восточную, на северо-восток Канады одна часть, и другая часть идет по Европе на Мурманск. Так, давай пока сразу строчки. Так вот, этого течения не будет. Настанет на северном полушарии очень хороший, очень серьезный такой холод. То есть глобальное потепление приводит к холоду. Вот к чему я и веду. Значит, что надо сделать? Надо поставить зиму из-за глобального потепления. И на Марио Мап нахрен тоже будет у нас зима. Все. Устроим тут экзекуцию нахрен. Так, возврат руля. Ты где, Че, проехал что ли? Показывать. Так, все. Происшествие. Ты че, блин, возврат руля? А, вот, симуляция симулятки, да. Ну, короче, прицеп. Продвинутая симуляция. Нет, в кофеек я ничего не добавлял. Так, усё. Так, все, зацепили. В смысле, сам зацепился. Ну, тут тоже оверсайз такой. Что написано? Pilot. Ну, такой. А он еще, слушай, раздвижной. О, моё, как ты смотри, а. А, что ты мечтаешь, что? Цепляй давай. Кабеля поддерживается, нет тут? Опа, слушай, есть. Вообще конкретно. Вообще прицепчик вот этот очень зачетный. Почему? Вот. Хоть раздвижные прицепы. Ну, в принципе, это прицеп европейский. Так.
В Америке таких прицепов точно таких нету. Есть и хрена у него седло высоченное, да? Есть такие прицепы, как лоубой. Тоже есть раздвижные, точно такие же. А есть точно такой же прицеп, у него еще спереди стоят эти оси. К тому же еще все и поворотные. У этого тоже поди задняя ось поворотная будет. Так, а у нашего трака еще должен второй мост подниматься. А что, они подъемы, что ли? Так, ладно. Что, ехать надо? Ехать, ехать, ехать. Чё стоим? Кого ждем? А погодка, интересно, к югу будет маленько хоть посолнечнее, нет? А, маршрут, маршрут, надо проложить маршрут. Так, ну что, нам с таким серьезным грузом надо все по магистралькам ехать. Нечего здесь крутиться. Все, вниз, 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 едем, едем, едем. Все ровненько, все красивенько. Все сюда, сюда, так, все правильно. Дорога уже хоженая. Даже здесь мы уже тут были. Ну и, собственно, вот сюда. Ну все, по магистрали надо ехать. По фривею, да? И никуда не сворачивать. Ух ты, время-то уже 5:30. Так, надо сейчас посмотрим, как у нас. Так, этот с поворотными осями должен быть. Ух ты, Версайс-то тоже не слабой. Так, так, так. А, тоже с поворотными-то осями, да? Вон. А? Задние-то оси поворачиваются все четыре. Ну ладно. Ну, кстати, надо с такими осями быть тоже осторожным. Надо быть осторожным. Тоже, наверное, чтобы никого не зацепить и какую-нибудь мачту справа не шабаркнуть, надо тоже, наверное, нахрен две полосы держать и все. Ну, здесь, в принципе, достаточно широко. Ну, тоже есть риск повредить груз, садить кого-то. Так и поедем. О, мигалочка есть. Все отлично. Так, давай-ка вот эти две полосы займем сейчас.
Блять, сука, куда ж ты, твою мать? Опять, вот то же самое, твою мать, опять, бляха-муха. Тихо. Ну, конечно, да. Ну, убывает. Ну, а что я сделаю? Да? Так, у тебя прицеп крутится только так. Нахрена так выруливать? Так. Аккуратненько. Да давай, погуди ты мне тут, а. Я там что сказал? Опять доброе утро? В каком месте, мать твою? Доброе утро. Доброе утро, я сказал. Ага. Все, поблагодарили всех. Теперь поехали. Опа. Стопай. Это не доброе утро было, это был добрый вечер. Так что... Так что вот как-то так. Сейчас будем ночью ехать. Погодка такая мерзопакостная, только дождя пока нет. И на том спасибо. Хотя что в ней такое мерзопакостно? Осень как осень. Да? Осень должна быть хорошее время года. Да, собственно, никто и не спорит. Да ё-моё, ну что это такое? Где такие примерные, а? Тут, блин, частенько попадаются вот такие знаки всякие вот рядышком, которые стоят. И с таким оверсайзом, если пойдешь вот ровно по своей полосе, очень даже возможно, ты шибанешь такой знак и получишь повреждение груза. Это не есть хорошо. Это есть не хорошо. Вот так вот, вот такого говнеца надо обгонять. Он же не хочет ехать быстрее. Он же не хочет нарушать. Мне едется вот так вот, едется мне, вот как сейчас вот еду, вот едется так. Одно радует — с большим грузом по большой дороге. Это радует. Ну, вес не такой большой. И ехать не так долго. Нормально, короче. Нормальненько. Где-то утром должен приехать. Должен.
Ох, с траками-то разминаться надо. Обгоняешь его, опережаешь, то есть надо как-то в расчет брать. Но если вот так посреди полосы идти по своей стороне, ну по своей полосе, то это, в принципе, нет, так это, в принципе, бордюр Нью-Джерси высокий. Вот здесь автобус можно задеть. Бывает, мачты стоят очень близко. Вот как сейчас бордюр этот вот. Слева бетонка. Еще ближе к желтой полосе. Еще и мачта какая-нибудь стоит, блин. Ну и тогда гарантированно уже вписываешься в нее. А справа тебе под боком трак. И пипец. Поэтому сохраняться надо почаще. Вот тогда точно пипец. Знак 55. Все едут под 60. Ну, как бы вот я 60 еду. Ну, как бы особо никого не догоняю. Вот они, дебильные правила в Калифорнии, да? Отличная дорога. Нормально все. Едь, казалось бы, 60. В Техасе там еще там где-то ограничение вообще там, по-моему, 70-75 миль в час. Можно валить и валить. Нифига. 55, твою дивизию, и все. Это хоть ты, сука, хоть ты что тут делай. 55 и все. Ну, за 60 миль-то по-любому там не остановят. Так, ну, давай дорогу мне освобождай потиху. Видишь, дядя едет. У дяди важный груз. Лоцманское судно. Ой, зеленый дал припас. Очень хорошо. Это просто замечательно. Хотя, по теории такой... Сука! Блять, трака что ли задел? Падла, а? Все, дэмидж получил. Ну хер с тобой. Все-таки задел. Все-таки задел, зараза. Ладно. Невелика потеря. Уж как есть, так есть что. А то хоть снова что ли серию пиши. Да ну нафиг. Блин, нормально и так все. И так все ок. Так, что у нас? 70. Тут 60 ограничения.
Хо-хо-хо. Так, опять крутые повороты. Вот на поворотах вообще очень опасно с большим грузом опережать кого-то или на двухполоске разминаться. Не в смысле разминаться, разминать суставы кости, а разминаться в смысле разъезжаться. Вот, пожалуйста, вот знак стоит очень близко. Если шел бы по своей полосе, ровненько так вот посерединке, а справа вот этот вот трак впереди, вот, он шел бы ровно справа, да? Точняк бы знак снес. Опасно, батенька, очень опасно. Так, глоток кофе. Ой, кофе-то уже остыл. А как правильно, кофе остыл или остыло? Вроде бы и так правильно. Зачем такие дебильные правила придумывать? Всегда был он, кофе, напиток. Почему оно кофе? Напитко? Что это? Кофе. Кофе это что? Это напиток. Чай. Он. Кофе он. Или как еще говорят, хорошее кофе, да? Как может быть хорошее? Ты ведь говоришь хороший чай, он чай. Вот молоко, да, оно. Молоко, оно. Какао, оно. А кофе он, чай он, никто это не говорит. Хорошее чай. Как вот чувачка впереди идущего опережать. Флатбетчик едет. Флатбет у него аксель спред аксел. Так, попробуем опередить без риска, на всякий случай сохранимся, хрен его знает, где-то если немножко задел это, ну ладно, маленький дэмидж не дэмидж. А если конечно врежешься в опору солидную, тогда конечно капец, тогда капец, тогда надо однозначно перезагружаться, перезаписываться точно не буду. Посмотреть надо, почаще сохраняться надо.
маленько на серединку выйдем, чтобы мало ли чего не было б чего. Так, ладно, пробуем опережать. О, хорошо, припас опять зеленый дал. Вот спасибо. Вот отлично. Вот за это спасибо. Вот удружили, так удружили. Спасибо тебе, припас. Со зеленой стрелочком она. Да, конечно, надо вот все, вот надо выйти передо мной, да. Давай же, вышел, так вышел, жми уже на всю. Жми на всю железку. Жми на всю железку. Тихо-тихо. Так, давай-ка по дальничку. То тут всякая хрень тут происходить начинает. Так, я там справа никому не мешаю, никого нет. Пошли по срединочке. Да едут они быстро вообще, даже, блин, гашетку не жму. Вот, пожалуйста, вот. Так, ну сейчас надо глядеть. Блин, это нехорошо. Вот. Попутка идет, а я, блин, дальником засвечиваю им. А хрен ли я сделаю? Ничего не попишешь. Давай маленько убавим. Так, и сохраняемся почаще. Потому как был неописуемый случай. Попуток много, нельзя так-то дальний свет включать. Мы же как бы хотим более-менее по реали. Но вместе с тем, кстати, не хочу усложнять как бы себе игру и подстроиться под режим вождения, который тебе игра предлагает. Хочется самому выбирать режим вождения. Так, она, конечно, если тебе когда игра предлагает, когда спать, когда не спать. Вот, в принципе, здесь, на АТС и в ЕТС, это сделать проще на таких картах, вот, даже вот на Mario Map, там, на всех этих картах, в АТС здесь, вот, на дефолтных картах,
Это сделать несложно. Много мест, где можно остановиться на ночлег. Просто смотришь, когда уже у тебя заканчивается рабочее время, и уже приглядываешь, где тебе можно остановиться. Заранее смотришь. А если проморгал, извините. Вот, пожалуйста, мачта вообще рядом стояла, вроде бы. ВИТС, такая же фигня, тоже очень много мест, где можно ночевать и остановиться. А вот по суровой России там сложнее. Опа, 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 опа. Близко, близко. Шугаешься тут. Каждой мачты, каждого столба. Да не хочется просто перезагружать, как бы, ну, атмосферу игры ломать. Давай дальничком. Товарищ, давай ты тут маленько в сторону отъедь. Товарищ на Линкольне заворачивает. Валит от души. Снова дальничок. Так хотя бы, если что, видно. С обычным грузом вообще, конечно, страху нет. Попёр и все. Так, вот, пожалуйста. А, нет, нормально. Я уж думал, все капец ки мне. А, нет, все окейюшки. Все окейюшки. Так, все, можно осветить. Ох, слишком близко к траку подъехал. Это было опасно. Все, давай посретиночке. Аккуратненько. Так, а что у нас тут три полосы идет? Давай их займем. Вот эти две крайние, среднюю, правую. Так, пускай обгоняют, кто хотят. Да я, в принципе, и так с превышением хорошим иду, кто мне там обгонять-то будет. Так, товарищ полицейский, я, конечно, понимаю, что мне в левом ряду вообще ехать нельзя с таким грузом. Но когда очень хочется, значит, можно. Тем более с таким превышением. Опа, перда. Совершенно наглым образом занял левый ряд. Вообще беспредел. It's impossible. Possible. 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 Mm-hmm.
время уже почти утречка скоро. Это собака. Понятно, сейчас подъедем, да, остановимся, что сейчас с оверсайзом, конечно. Все, взвесились. Все отлично. Все ровно. Все четко. Девятишник говорит, давай, говорит, брат, давай, говорит, все нормально, езжай, у тебя все окей. Все будет окей, ушки. Давай, наваливай. Так, занимаем снова две полосы. Потому как мне надо. Я же не тащусь медленно, я же не держу две полосы, движуху. Есть великая опасность. Конечно, 55 миль – это спид-лимит вообще ни о чем. Ни о чем. Так, нам направо. Снова направо. У нас тут на югах, хоть и осень, но дождей нет. Слушайте, мне нравится такой климат. Свежо, не жарко. Красота, ёшки-матрёшки. Так, давай-ка сразу свои две полосы займем. И что ты таскаешься с этого ряда? Давай еще в мой перестройся. Где-то по расчету я должен приехать где-то около 5 утра, наверное, там даже приблизительно, может быть, позже. Может быть, около 8 утра. Хо-хо-хо. Так, что у меня там, походу, кое-какая копеечка есть. Надо будет тогда сейчас снова трап покупать. Так, нам сейчас надо покупать кешу и потом покупать гараж. Чтобы 680-й Кенвард в другой гараж запихнуть и на освободившееся место еще один 900-й купить, 5-й. Только потом уже в Альбукерке покупать 5-й Volvo 730-й. Вот такой у нас будет грандиозный наполеоновский, мать его, план. Я
Есть у вас план мистер Фикс? О, да, у меня есть план мистер Фикс. Это хороший план мистер Фикс. О, да, мистер Фикс, это замечательный план. Мистер Фикс. Так, давай снова перестраиваемся. Не подумай, что я тут как пьяной тут катаюсь из одной полосы в другую. Мне надо так садить, что и обгоняемую машину не долбануть. То есть левое, правое зеркало смотрит, что как башка вертится. Плюс надо следить, чтобы бордюр не задеть, чтобы в повороты вписаться. Не бордюр, а того, на опять направо. Вот повороты надо смотреть вовремя. Тихо-тихо-тихо. Так, и что у нас тут? Так, нам походу сюда надо, да? А я вот за ними сейчас пройду по автомату. Блять. Вот я так и вот только я сейчас подумал. Еще раз деньги возьми, падла. Сука. Так, что неровно зашел. И где мне надо было проезжать тогда, если не здесь? Я неровно зашел, да. Так, понятно. Так. Чутка правее надо. На седьмой такой, да, нормально такой. Блять. Чё, опять место? Ну, конечно. Ещё надо, справа место есть. Угу. Вы с меня уже 1025 центовиков, говорите, уже тут. Да чтоб тебя. Я что, по крыше, что ли, не подхожу? Не прохожу. Слушайте, дебилы. Так. Куда ты, сука? Так, мне походу надо было, а я там не проеду с правой стороны. Вот я сейчас ничего не задеваю, я по крыше что-то не прохожу. А нахера что мне тогда, сука, дебильная навигация ведешь? Ничего мне как сейчас быть? Вот курва. Вот здесь курва, а. Пся креп. Вот сюда надо было ехать, блядь, прямо. Вот здесь у нас ничего нету. Чего мне надо как-то сейчас вот это дело пересекать? Я сейчас я не знаю, как я сейчас смогу. Так, надо смотреть и ехать вот сюда. Сюда, сюда, сюда. По пятерочке, да? Здесь направо. И сюда. Так, поехали здесь. Так, сейчас нам надо. Что ты мне тут? Ну, так, ладно, короче, разворачиваемся и направо.
Зараза, ну как так-то? Ну что это такое, а? Вот, пожалуйста, все, вот нормально стою. Хрена лысого. Не проходит. Так, и без вас там, конечно. Вот что вы за люди, а? Без вас там вообще никак. Вы что за мной-то все поперлись? Вот нормальный нет. Столько мест можно проезжать. Чё, блядь, вот это справа закрыли? Я бы со своим оверсайзом здесь спокойно бы проехала. Вот полоса нормальная вообще. Ближе бы прижался к обочинке. И все. Давай снимочек сделаю на память. Твою мать. Так, и давай дебилов этих снимем. Давай. Вот как вот это вот еще? Вот что это такое? Скопилась целая очередь. Здесь все свободно. Вот, любую проезжай. Нет. Так, а мне сейчас как разворачиваться? Твою мать. Ну я не проеду, блин, здесь нигде. Я не проеду. Ну и здесь как я? Все, я в ловушке, мать ее. Здесь мне негде выехать вообще. А здесь я только задом поеду. Здесь обязательно пойдет отсюда трафик. Я... Тут некуда будет мне выехать по встречке даже. Ни хрена я тут не смогу выйти. Не смогу. Ну что она даст? Да я не выйду, тут стопудово машина сразу поедет. Ну и выйдешь ты отсюда. И куда тут? Всё, блядь, бред какой-то. Ну что, блин, мне ничего не остается. Ну, я по верху не прохожу. Я бы здесь тоже не прошел бы справа. Я по ширине прохожу, а по верху не. Не могу. Если бы можно было как-то сдать назад и развернуться и выйти на другую сторону, то это тоже не получится, блин. Как бы я ни хотел, но придется прыгать. Как бы я ни хотел, но пришлось. Все, вы теперь дебилы счастливы? Идиот. Пришлось как-то так. Так, значит, вообще на будущее. Тем более этот груз этот вообще не отсюда. На будущее надо смотреть, что нестандартный груз, который не с АТС, а вот с таким европейским прицепом, с ЕТС, да? Надо смотреть внимательно маршрут и глядеть вот эти вот пропускные пункты на мостах, еще там где-то вот на платках. Вот так вот не влететь, строить объезда. Объезда. Сда-сда. По объездам где-то проходить надо. Чтобы так не прыгать. Я не люблю так прыгать. Мне вообще, блин, так неинтересно играть становится. Не хочется так играть. Весь смысл как бы игры пропадает, что ли. Все начинаешь там туда-сюда прыгать.
достаточно крутой поворот, прицел вообще хорошо вписывается. Как-то дяди Паша на одном стриме я задавал вопрос такой, почему в США не популярны вот такие большие прицепы с поворотными осями, ну типа зачем они нужны, места же хватает. Да не всегда места хватает, особенно вот на восточном берегу. Особенно на восточном берегу места не хватает. Много узких улочек, переулочков всяких, а вот такой маневренный такой, да, с высокой степенью маневренности. Такой прицеп был бы очень-очень даже к месту, но с ним тоже надо уметь ездить. У такого прицепа, я полагаю, у него можно же как-то сделать так, чтобы задние оси не поворачивались, то есть как шли, так и шли. Да? Либо чтобы они поворачивались не активно, заруливали. А как активно, как неактивно, блин, вот. Четыре оси, если их не делать поворотными, их же так драть начнет на крутом повороте, вот где-то разворачиваться начнешь. Покрышки дерет вообще, а с хорошим тяжелым грузом можно вообще взорвать колесо. В интернете полно роликов, когда хороший тяжелый груз, то, блин, да на повороте покрышки взрываются. Тому полно. Очень радует, что здесь при установке карты Mario Map грузов европейских не встречается, ну, за редким исключением. Очень так реденько так. О, вот я уже почти доехал. Ну, кстати, я все правильно по графику иду. Как раз в расписании уложился. Что такое?
Так, и нам куда? Сюда куда-то, что ли? А, вот сюда направо, да? Санта-Крус. Так, прибыли, походу. Ну да. В Санта-Крус прибыли. Так, аварийку. Отметимся, получим место разгрузки. Пойдет? Пойдет. Вообще зачетно. Так. Вот чем мне такие прицепы нравятся, они очень маневренные. На нем и длинный груз хорошо брать. Вообще отлично. Достаточно хорошая маневренность у него. Так, заезжаем туда и потом назад. Ох, там еще одна суденочка одна стоит. Так, а смогу я так по зеркалам, слушай, заехать, а? Это будет не очень просто. Все равно в эти зеркала, блин, не так вот видно информацию, как вот в настоящем траке. В зеркала смотришь, там все как-то нормально. Оп, перебор. Так, что там? Так, кажется, я уперся с левой стороны, да, точно. Сукин кот. Я говорю, тут как-то не так все. Что тебе болит, все так тащит ты тебя в эту сторону-то? Так, перебор чуть-чуть. Так, давай маленько выровняемся. Топ-топ-топ-топ-топ-топ. Так. Так и знал, что будет перебор. Ну да, конечно, он. А теперь называется попади. Вигольное ушко. Вот таким были. Блять, да что ты, сука? Куда ты, блять, поехала? А видишь, чуть-чуть покруче завернул, все, прицеп срал. Херак резко так. Так, чуть-чуть сюда. Так, вот сейчас надо как-то вот так, аккуратненько.
чуть-чуть сюда. Все. Все, заехал с горем пополам. На. С одной стороны, прицепом, у которого оси не поворачивается, управлять проще, понятнее там, как он у тебя идет. Здесь надо учитывать не только градус, на который ты заломал прицеп, надо еще учитывать, насколько у тебя задние оси повернулись. Ну ладно, отцепляемся. О, я уже инструктор. Вообще крутяк полный. Так, у меня денежка прибавилась. Слушай. Ладно. Надо тогда следующую серию пописать тогда об устройстве, да? Так, куда мы сейчас выйдем? Давай-ка поглядим. Надо где-то встать. Типа опа на отдых. Так, надо открыть кадр агентства. Так, Walmart и заехать вот сюда. Так, сюда, сюда. И вот сюда. Во. Поехали. Поехали. Тут на отдыхе встанем. Что у нас? Солярочки полно. Так, кадр агентства открылось. Так, у нас сейчас дорога поворачивает. А, надо все правильно, там потом налево. Все правильно, я перестроился заранее. Сейчас встаем на отдых. На этом треке у нас получилась одна серия. Можно на красный направо. Тут никому не помешали. Так, тут тоже надо сейчас направо будет поворачивать. Так, у нас еще не поднимается мост, что ли? Так, поехали. Газу. Так, и что нам тут можно где-то встать? Да? Давай. Вот тут мест полно. Можно хоть так вставать. По этой площадке можно легко крутануться и спокойно зарулить.
Тихо. Тут есть столик. Давай маленько подальше встану. Так, хорошо. Отлично. Пойдет. Не уперлись, вроде нет, все нормально. Вот такая у нас осень. Так, ну что же. На сегодня достаточно. Думаю, надо отдохнуть, наверное. Ну, пока между делом гаражами, другими траками занимаюсь. Вот и у нас времечко-то пройдет. Заодно и отдохнем. Так. Айда Пушкин, айда сукин сын. Ну а за всем не прощаюсь. До новых волнующих.